Молодежь любит старый рок, полный амфитеатр зрителей. Движение в Ташкенте живет, но если у них не два микрофона, то поет он под фанеру, но надеюсь, что не так, потому что одна фраза выпала не из его рта. Вот, кстати, тоже интересная идея прокатиться на этом. Кстати, вот интересный аттракцион. Я так и не понял, в чем прикол. Я так понимаю, люди на плюшках скатываются с горки. И в этом весь прикол. То есть вот они поднимают плюшки. И потом клиенты скатываются. Получается, просто с горки. Ну, возможно, для Ташкента это норм-аттракцион, скатиться с горки. У нас каждая зима так можно. Не обязательно иметь санки для этого, достаточно просто подскользнуться. Движемся к заветной цели снять ночной Ташкент. Вот с этого шикарнейшего колеса. По пути просматривая что-то, может быть, что интересного. Вот у нас зимой устраивают лабиринты изо льда. Здесь лабиринты из кустарника. В общем, иду туда.